Итак, всем привет, с вами Топгай, мы продолжаем увеличивать нашу мафиозную семью. А если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, иначе за вами могут прийти некоторые люди в подозрительных шляпах и костюмах. Мы продолжаем. Еще я должен напомнить, что это видео точно не проспонсировано домиком Торрентом. Поехали. И, как я и говорил, нажимаем атаковать государство Сардиния через... Бля, нажал лишнего, ну ладно. Я думаю, мы от этого не умрем через Decision No Checks, потому что из-за того, что мы пошли в мафию, нам заблокировали атаку в Сардинии. Хотя, как бы, ну это не совсем логично. Здесь у нас нет атаки в Сардинии, хотя, как бы, ну, должно было бы быть. Так что я думаю, здесь что-то недоработано. Вдруг еще случайно нажали, но это плевать. И как у нас будет готово, мы будем высаживаться. Кроме того, у нас есть флот. В принципе, он тоже готов. Давайте сразу ему миссию вот так вот сделаем. И да, мы готовы к войне с Антантой, я думаю. Остается 4 дня всего. Я думаю, перед этим я, конечно же, сменю своим самолетом все цели обратно на нормальное выполнение, верно? Да. Ну, как-то так. Вроде как должно быть нормально. Ну, сейчас узнаем. Шла война, нам предлагают сразу добровольцев, соглашаемся. А выставка тоже пошла. Вот отсюда почему-то, кстати говоря, не пошла. Это странно, очень. Кстати говоря, слишком странно, потому что у нас дивизии просто не выезжают. Ладно, нажал еще раз, выехали. Ультра странно, но допустим. Нам предлагают кучу добровольцев, я всем согласен. Дать возможность поучаствовать в этой войне. Авиация работает, дивизии наши работают, флот помогает. Шикарно вроде, да? Мы забираем здесь порт сразу. И здесь сразу забираем себе северный островочек, Корсику. Отлично. Можем готовить сразу выставку во Францию. Так есть. Капитуля за Сардинии готова. Подготавливаем наших морпехов к выставке. Ну, не совсем это морпехи, но в Италии и такие дивизии тоже морпехи. Смотрите, как много нам добровольцев хотят. Прям бельгий прикольный флаг. Нидерланды, конечно, все-таки проиграли. Не повезло, не повезло. Но да, добровольцев много. Конечно, интернационал не слабенький в этот раз. Выставка готова. Начинаем. А там на севере тем временем для нас начинается Вельдкрик. Ну, пускай там этот Вельдкрик идет. Под авиацией здесь мы очень успешно высаживаемся. Просто буквально 0 шансов у французов. Там они, как видите, флотом, я так полагаю, да, пытаются помочь. Причем так, ну, как будто даже есть какой-то эффект от этого. Но это все тщетные попытки. Мы уже высадились, мы уже взяли порт. Можем начать передвигать наши войска туда. И я даже думаю, у нас здесь есть подлодки. Давайте-ка даже их отделим. И я бы ими как-то... Ладно, вот здесь неинтересно, наверное, нам уже. Вот как-то так я бы поработал. Причем давайте вот эти не будем. Двумя, наверное, хватит. Эти на ударных, эти... Все отлично. У нас адмирал есть хорошие. У нас есть раз адмирал хороший, есть два. Но вот этот лучше, потому что его можно маскировкой им качнуть. Он и становится нашим адмиралом. Отлично. Я думаю, на этом моменте Франция, в принципе, и проиграла войну. А еще я понимаю, что мне надо сделать вот так. Мне надо сопровождать, блин, конвоя. Да, придется. Придется, иначе будут топиться. Ну ладно. Давайте, у нас здесь есть немножко авиации, верно? Давайте ее сюда назначим. Кроме того, у нас есть... Здесь некоторые тоже еще тактические бомбардировщики, которые могут бомбить корабли, которые нам достались. Давайте их тоже использовать обязательно. А вот этот тоже нападает на интернационал, и из-за этого мы становимся с ними союзниками в этой войне. В принципе, как я примерно и ждал, Британская Ирландия тоже марионетка. Британия все-таки захватила, Болгария с нами еще. Но Чили, да все остальное я, в принципе, знал. Мальта еще, господи, синдикалист. При этом великая держава Мальта, господи. Интернационал прям очень солидный. Очень. Кстати, вот мы потопили... Чей это был флот? Блин, так сразу и не скажешь, да? По-моему, это Австралия, да? Там, да, так и есть. Окей, австралийский флот здесь был потоплен. Нам бы стоит нефти подзакупиться немножко. Давайте-ка у Ирана социалистического. Должно стать получше, да. Сразу можем дышать, отлично. Думаю, тут еще что-то туда-сюда, и будет у нас еще нефть. Нам вот здесь надо захватить Богеми, но политки на это, конечно, нету. Так, битва длиною во всю Африку происходит сейчас, которую мы, кстати говоря, скорее всего, выиграем. И да, мы пытаемся двигаться туда.
Очень я не люблю в этом моде воевать, ну, в принципе, что в Кайзер Шиде, что в Кайзер, как бы, обычном, да, в Кайзер Райхе. Но, тем не менее, приходится. А вот и кап, даже не пришлось, слушайте. Франция, французское государство капитулировало. Отлично, мы теперь можем что сделать? У нас в войне еще остается Канада из великих держав. А другой вопрос, можем ли мы до нее доехать? Давайте проверим это вот таким вот образом. Что если... Синдикаты не хотят нам дать право стоянку? Блин, ну вообще, давайте улучшаем... А, улучшаем отношения у нас нету, да? Блин, ну... Короче, может кто-нибудь мне даст право про стоянку? Вот так эти ребята мне дадут. Эти ребята мне дадут. Сейчас будем придумывать, как мы можем доехать. Факту, мне бы, конечно, здесь у синдиката взять, и тогда я, наверное, смогу доплыть до Канады и ее капнуть. До этого, наверное, нет. Но я смогу капнуть, в принципе, Португалию вот отсюда. Это уже неплохо. Вот выбиваем здесь полностью порт португальский. Здесь войска уже на месте для высадки. Пока что у нас нет превосходства. Вопрос, может ли наш флот сюда прибыть? Да. Даже может он не прибудет, но превосходство на море он здесь дает. Этого нам хватит. Еще все-таки решил отделить подлодки, потому что мы уже не воюем во внутренних морях практически. Ну так, может, только чуть-чуть. И начать операции вот здесь. Мы уже можем выплыть и блокировать, в принципе, какую-то торговлю Антанты полностью, наверное. И для этого я могу поставить себе отдельного адмирала, который как раз-таки уже и имеет перки вот здесь вот для подлодок. Отлично. Заезжают наши здесь дивизии, поддержку воздухом. Кстати говоря, мы, может, еще и сможем оказать. Да, я думаю, сможем. У нас вот отсюда достанут самолеты. Вот оно, превосходство рейнджа, собственно говоря. Да, низкие радиусы этих самолетов, вот, штурмовиков обычных и истребителей легких, конечно, оправдываются тем, что у них очень намного больше эффективность. Но, блин, возможность из Африки, не знаю, покрывать всю Францию, конечно, это превосходно. А эта эффективность тоже переделывается, так сказать, трансформируется в эффективность, этот рейндж. Следовательно, как бы качество тоже повышается. Лиссабон взят, все войска здесь успешно высадились. Я думаю, мы сейчас просто сможем захватить всю Португалию без особых проблем. Есть ощущение, что они пытаются эвакуироваться, да, вот судя по вот этим кораблям выходящим. Давайте-ка им немножко помешаем. У нас здесь вот эти есть самолеты. Они здесь поработают. И у нас были тактики, которые могут бомбить корабли. Вот они. Давайте их тоже вот сюда. Мы сыграть делаем женские дивизии, что дает нам еще 10% эффективного количества людских ресурсов, что очень-очень хорошо. И коллапс Португалии. Не может выдержать. Она, правда, с колонии. А, я думаю, что это за ивентик? У нас неужели какой-то уникальный? Нет, они просто в колонии съебались. Блин, это они хитро придумали, но жаль, я думаю, это им не поможет. Но, кстати, я вот сейчас посмотрел, мне, походу, надо высаживаться куда-то вот сюда. Либо, наверное, сюда, сюда, потом туда, чтобы Канаду выбить. И вообще, вроде как, я это могу. Давайте проверим. Ну, слушайте. Ну, не совсем. Не совсем. Есть некоторые проблемы, скажем так. Надо с кем-то наипробовать отношения и получить право на стоянку. Здорово, мои кубинские друзья. Слушай, Канада, а сейчас, мне кажется, у тебя с ебалом что-то случится. Надо еще буквально здесь где-то какие-то проходы найти. Стоянки. И мы реально, вот, к примеру, панамскую. Ну нет, этого, наверное, да, не хватит. Короче, сейчас мы найдем, как к ним присоединиться. А подлодки теперь будут действовать еще и на западе. А вот Исландия мне даст право прохода, точнее, право на стоянку, потому что они воюют с Канадой. И вот они наши планы. Смотрите-ка, стрелочка может быть нажата. Нужно только, чтобы все доехали и была подготовка. Вот так вот мы смогли сделать превосходство. Здесь обычным флотом, здесь подлодками. Теоретически сюда какой-то флот переходит, и поэтому не можем мы высадиться. Но в среднем, как видите, вот здесь вот сейчас тоже проблема, что флот, блядь, уехал куда-то... А, ну ладно, короче, в любом случае, мы нажать стрелочку сможем, доехать, скорее всего, тоже. Я не думаю, что там какие-то, да, там подлодок немножко, если что, как-то где-то засаппортим. Так что, Канада, жди нас, жди, скоро там будет наше новое отделение, и нам бы вообще вот этим ребятам помочь как-то, да? Насколько это вообще реально? Вообще это вряд ли реально. Но, а чё бы не попробовать, по крайней мере.
равно типа, слишком много ресурсов там не надо, нам, в принципе, их тратить будет некуда. Лишнюю армию мы создавать вряд ли будем. Так что вот он наш ленд-лиз. ПВО немножко, пехотки, допки немножко, пехотки немножко даже, я бы сказал. Надо бы еще немножко закинуть арты, вот этого всего. Арты, ПТО, машин. Давайте тоже по возможности им закинем хотя бы немножко. Да. Ну, чисто так. Ну, блин. Мне кажется, как минимум продержаться с этим дольше. Ну, когда он доедет, конечно. А так я чувствую, да, у них мэнпауэра. А, нет, слушайте, хватает на самом деле. Падение Нью-Йорка. Блять, они сейчас капнут, да? Нет, ладно, живут, живут. Нет, капнули. Ладно, не доехала. Найс, вовремя решил помочь, но тут уж как получилось, так получилось. А эти ребята готовы. Стрелочку нажимаем. Как будут, будет возможность, они полетят. Вот типа... Типа сейчас. Саргасса Си нужен еще какой-то. Это где? Это я нашел, сейчас будет. А вот это было. Надо было чуть флот выдвинуть вперед. Поехали. А точнее, поплыли. И вот они, наши бравые морпехи. Не совсем морпехи, но вы поняли. Доезжают. И пытаются они нам тут как-то помешать своими войсками. Но правда в том, что Керем Варшовый. Мы высадимся. Германия еще нападает на... Точнее, Япония нападает на Германию. Это интересное развитие событий. А нам бы успеть в Галифакс ударить, честно говоря, очень хотелось бы. Блин, и мы не успеваем. Ну ладно, хотя бы один порт мы взяли. Эти войска все равно так или иначе приезжают сюда. Так что это вопрос лишь времени, когда мы Галифакс сейчас здесь убьем. И теперь вся эта армия тоже может отправляться вот сюда. Кроме микродивизии вот здесь. Вы давайте, я хочу все-таки выбить Галифакс, черт возьми. Ой, смотрите-ка, мы можем... Вот это за кнопки. Это вот я сделал фокус криминальная ось. Давайте нажмем на триады. И я могу попригласить еще себе шандуйскую клику и Объединенный Синдикат Америки. Что это за кнопка? Непонятно. Ну вот этих ребят, да, я бы хотел позвать. Мне кажется, их скоро захватят просто, потому что у них ничего нету, но пофиг. Конечно, не хватает здесь авиабазы, но вот как раз таки авиабаза, блин, в Галифаксе, которую я хотел захватить. Сразу, но сразу мне его не дали захватить. Тем не менее, сейчас, я думаю, мы должны его выбить. Здесь мы добили их. Здесь сейчас провинции все захотели. Отлично. Порты наши. Море мы сейчас тоже будем контролировать. Я думаю, этот флот может сюда отправляться. Сейчас будем переделывать здесь все приказы. Здесь, благо, уже есть наша авиация. Можем еще сюда кинуть. Мы еще там освободили пару сотен свободных мест. Отлично. Эдуард отрекается от престола. Самое время... Типа, ну нахер, я сваливаю. Ну да, видите, таких ребят вот в Мексико, итальянских, да. Тут надо было вовремя платить за крышу. Видите, они не заплатили. Ну тоже надо вовремя ставить лайки. Я как бы ни на что не намекаю, но... Ну а вдруг, да, вдруг. Ну, кстати говоря, тут немножко флот канадцев потопили. Ну так, казуальненько. Кстати говоря, шандуйская клика тоже в нашем альянсе. Там тоже какие-то криминалы или что. Ну, походу. Звучит, кстати говоря, прикольно, да. Здесь кнопка их пригласить, но нажмем. А так, что тут у нас есть? Нью-Йорк можно, Капону пригласить. Аргентину есть там что-то. Гирингию можно пригласить. О, Гирингия, это любопытно. Наемников Конго, Панаму и Фиуме. И вот есть варианты у наших альянсов. Ой, можно, кстати говоря, потихоньку закуривать с территории, и это я бы сделал. Бля, тут какие-то особо умные канадцы решили высадиться нам в туза. Надо их на это, конечно же, наказать. Так делать можно только нам. Вот они нас контратакуют, но там у них боеспособности, я видел, нету, так что да. Это они... Такая вот дивизия решила это сделать. Видимо, самые отчаянные канадцы. Ну, удачи им с этим. А мы здесь добиваем все, что только можно добить. Остается лишь до запада самого дойти. Тут Канада все держится. И вся Антанта просто пойдет. Вот так вот, по щелчку пальцев. Думаю, будет прекрасно. Сколько вообще по потере? Давайте посмотрим. Мы потеряли 38 тысяч. Эти ребята потеряли намного-намного больше. Кстати, с ними еще Япония воюет. Так что земля и пухом. Респект и Антанта будут сотрудничать. Ну да. Вовремя, вовремя. Это точно сп... А, ну все. Это точно спасет в скобочках. А, все. Произошла другая атака. И после нее следует капитуляция Канады. Принимаю там кучу всего сзади.
Канадцы, они сбежали, забираем себе их флот. О, господи, флот-то выглядит очень солидно, 2200. Это что там за флот такой? Это реально солидный флот, 21 линкор. Господи, где все это пряталось? Хороший вопрос. И мы остаемся в войне с Португалией. Ладно, мы ее, наверное, капнем уже в следующем видео, да, ребята? Антанта повержена. Италия триумфально просто прошлась по всей Канаде на севере. Они думали, что они спасутся от нас на такой большой дистанции. Но от себе не убежать. Повторяю, если кто вдруг не знал, это видео точно не проспонсировано Домиником Тандемом. А с вами был DubGay. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, Twitch, Discord, ребят, не забывайте. Всем пока.